the Neil Yan, he is Hansen Chen from Taiwan. I'm a magician and also the founder of the Hansen Chen Production Company. Today I'm introducing you the new Vintage Chicken Nugget Playing Cards. And they taste good, they feel good. Just check the link below to know more detail about these sexy chicken nuggets. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нейро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет обзор на набор из двух колод карт в винтажном стиле под названием Chicken Nugget. Огромное спасибо Хэнсон Чен и сайту chickennuggetcards.com за то, что выслали мне эти колоды на обзор. По ссылке в описании вы сможете узнать всю подробную информацию об этой колоде, вдруг я что-то упущу в обзоре, а также приобрести эти карты лично у их создателя. Ну и, конечно же, мы переходим к обзору этого набора из двух колод карт. Итак, я только что пришел с почты и получил посылочку. Внутри я обнаружил вот такой вот пакет, который очень напоминает макдональдсовский пакет. Но нам он не особо интересен. Давайте посмотрим, что же находится внутри. А внутри у нас находится вот такая вот коробочка темно-зеленого цвета. Написано Chicken Nugget, да, логотип Hansen Chen Playing Card Company. И 2019 год, так как эти карты планировались выпускаться в 2019 году, но из-за небольших проблем с копирайтом не вышло, но сейчас они уже доступны в продаже, все отлично. И давайте посмотрим, что же у нас внутри. Откроем вот так. И здесь у нас, во-первых, нас встречает такая вот VIP-карта Hansen Chen Donald's. Достаточно забавная штука. На обратной стороне у нас находится огромное количество информации о самих картах, о производителе, компании и так далее. Здесь они также раньше писали имя человека, которому отправляются эти карты, если вы брали их на Кикстартере. Ну, давайте уберем эту карту, нам она, в принципе, не нужна, и посмотрим на эти колоды. У нас внутри лежат две колоды карт, которые абсолютно разные. Лежат они, кстати, без какого-либо стыка, то есть прям рядом друг с дружкой. И это просто шикарные карты, по крайней мере, внешне. Давайте уберем их в стороночку. Вот такая вот у нас коробочка. Давайте посмотрим, что может у нас с другой стороны что-нибудь есть. Да, здесь также есть информация. То, что эти карты сделаны в Тайване. Hansen Chen Production Company. И эксклюзивная лицензия от Chicken Nugget Casino. Офигенно сделанная коробочка. Очень красивая. Будет где хранить эти карты. И это прям шикарно. Как вы понимаете, эти карты идут в двух основных цветах. Это зеленый с оранжевым и темно-синий с желтым. Достаточно интересный выбор цветовой гаммы, да, не так, как мы привыкли, красные и синие, да, стандартные. Это прям очень-очень свежо, интересно, необычно. И мне нравится то, что это не по одному цвету в рубашке, да, а именно вот такая комбинация из двух цветов, которые, кстати, очень классно сочетаются друг с другом. Давайте для начала откроем одну из колод. Допустим, начнем с зеленой с оранжевым, да? Для начала берем верхнюю часть колоды карт вот таким вот образом. Это нам не нужно. И давайте немножко обратим внимание на коробочку, вообще, что у нас здесь есть. С двух сторон у нас показана рубашка, которая нас встретит уже внутри, да, коробочки. Здесь у нас написано Chicken Nugget. С обратной стороны то же самое. Снизу у нас написано Taipei City 110 и Тайвань, соответственно. Ну и здесь то же самое, только немножко все это дело закрывает пломба. Пломба выполнена супер классно, супер крутая такая длинная пломба. И я вот теперь думаю, как лучше сделать. Разорвать пломбу пальцем или разрезать ножом. Давайте, наверное, одну колоду мы вскроем ножом. А вот вторую, наверное, все-таки пальцем, чтобы было и так, и так. Если кто не знает, о чем я, просто по-разному будет выглядеть пломба в итоге. Давайте вот эту попробуем открыть ножом. Аккуратненько. Так, вот так. И с этой стороны. Отлично. О, кстати, получилось даже лучше, чем я думал.
И теперь давайте откроем наши карты. И мы сразу же видим огромный флэп, да, то есть вот такой вот уголок. Он очень здоровый, как на винтажных картах, как на Jerry's Nugget и на предыдущих версиях колоды Chicken Nugget, соответственно. То есть мы имеем такой винтажный, огромный флэп. Но давайте все-таки не будем заострять внимание на коробочке, а перейдем к нашим картам. Коробочку уберем в сторону. Класс! Это просто шикарно выглядит. Мне очень нравится сам цвет. И, соответственно, само сочетание зеленого с оранжевым. Карты выглядят очень-очень классно. Давайте сделаем веер с ними. Просто посмотрите на эту красоту. Это просто шикарно. Итак, давайте посмотрим вообще на сами карты. К рубашке мы еще вернемся. И здесь у нас есть первый Джокер. Я думаю, второго мы также сможем найти сверху колоды. Давайте посмотрим на этих Джокеров. Ну, это стандартные, так скажем, Джокеры, которые напоминают нам и Jerry's Nugget, и Cherry, и Chicken Nugget, соответственно, тоже. Выглядят они супер стильно, супер просто, и при этом они одинаковые. И это важно, то есть из-за того, что Джокеры идентичны, мы сможем показывать фокус, имея, так сказать, дубликат в колоде автоматически, да? Далее давайте посмотрим на пикового туза. Этот пиковый туз выполнен в стиле колод Арко. Это просто шикарнейший туз. Абсолютно минималистичный, но выглядит при этом красиво, знаете. Если бы это просто был бы вот этот значок пиковый вот в таком вот стиле, было бы не очень. Но вот эти вот узоры, они просто шикарные. Мне нравится, как это выглядит. Снизу написано Hanson Playing Card Company. Теперь давайте посмотрим на сами карты. Сделаем небольшую ленту. Видите, что у нас достаточно стандартные индексы, стандартные шрифты. Ничего сверхъестественного здесь нет. Но это ровно до того момента, пока мы не дойдем до старших карт. Давайте я вам покажу несколько младших для начала. И теперь перейдем к старшим картам. Все старшие карты поедают какой-либо фастфуд. И выглядит это супер классно, супер забавно. Мне очень понравилась эта колода, когда еще выходила красная и синяя версия. Я увидел эти старшие карты, это было просто, ну, супер стильно, весело, креативно сделано. И, соответственно, здесь также каждая старшая карта, ну, допустим, валет у нас поедает хот-дог, здесь у нас кока-кола, здесь у нас картошка фри. И так сделано абсолютно со всеми старшими картами. Я сейчас вам их покажу, чтобы вы увидели каждую старшую карту, потому что это прям очень классно выглядит. Давайте, допустим, перейдем к червовым картам. Валет черви у нас поедает пиццу. Дама черви – наггетсы. Король черви – лапшу вок. Теперь перейдем к бубновой масти. Здесь у нас шоколадка. Дама Буби ест пончики. Здесь у нас, вот я, кстати, не могу немножко понять, бургер, по-моему, это бургер. И давайте посмотрим на крестовые карты. Валет Крести у нас поедает чипсики. Ну, знакомо, да, Лейс, все дела. Дама Крести у нас поедает попкорн. Выглядит это также очень забавно. Ну и последняя карта, король Крести, это мороженка. В общем, сами карты сделаны очень забавно, очень весело. Мне прям супер доставляют эти лица. Давайте вернемся к рубашке карт. Здесь у нас зеленого цвета рубашка. И при этом имеются оранжевые и белые фрагменты. Выглядит очень-очень красиво. Цвета сочетаются просто идеально. Давайте перемешаем эту колоду несколько раз рифл шафлом. Посмотрим, как она вообще ведет себя. Мне очень нравится, она приятно лежит в руке, приятно тасуется. Давайте подснимем несколько раз. Тоже в этом плане никаких проблем. Давайте попробуем сделать двойной подъем. Карты очень хорошо цепляются друг за друга. В этом плане никаких трудностей нет. Карты одновременно и очень хорошо скользят.
и цепляются друг за друга для того, чтобы делать подобные флориши. Также очень приятно пролистываются, то есть вот я делаю дриббл, и они идут друг за дружкой очень-очень хорошо. Давайте попробуем сделать какой-нибудь waterfall. Как вы видите, я только-только открыл эту колоду, и она такая мягкая, такая приятная, то есть карты пролистываются очень хорошо. Давайте посмотрим, что у нас со спрингом. Я думаю, тоже никаких проблем нет, то есть карты пролетают хорошо. Да, вообще никаких нареканий. Давайте еще сделаем несколько выстрелов, например, топ-шот. И здесь все выполняется также прекрасно. Если же вы не фанат зеленого цвета, да, вот такой вот колоды с оранжевыми фрагментами, но основная рубашка будет зеленая, вы можете взять темно-синего цвета колоду с желтыми фрагментами. Вы можете взять как набор из двух колод, как у меня, так и любую колоду по отдельности. Имейте в виду, что они отличаются только цветом рубашки. Все остальное будет идентичное. Если подытожить, я очень доволен этими картами. Мне они очень понравились. И сама упаковка, и дизайн, и сами карты. Просто шикарный вариант для фокусов и для кардистри. Ну и, конечно же, вы можете приобрести эти карты по ссылке в описании. Еще раз спасибо Hanson Chen и сайту chickennuggetcards.com. Ну а с вами, как всегда, был Нэра Янг. Всем удачи, всем пока.